неизвестна судьба 19 пассажиров Невского экспресса. 25 человек погибли, 95 пострадали. Раненые доставлены в больницу Тверской и Новгородской областей. Всего в поезде находились 682 человека. Для эвакуации пострадавших на место катастрофы прибыл Ил-76 с мобильным госпиталем. И туда же направляются вертолеты МЧС. Кроме того, в Бологое выехала колонна из 10 машин скорой помощи Центра экстренной медицинской помощи в сопровождении автомобилей ГИБДД. Как сообщают медики, у раненых в основном черепно-мозговые травмы и переломы. Итак, мы вновь напоминаем номера телефонов горячей линии МЧС и РЖД. Номера телефонов в Москве и Санкт-Петербурге вы видите сейчас на своих экранах. По ним родственники пассажиров могут получить всю необходимую информацию о том, где находятся их близкие.